У нас мураши завелись, не пойму откуда. Привет. Всем привет, ребят. Доброе утро. У нас девчонки спортом занимаются. У них по расписанию сегодня спорт, поэтому они прыгают уже с утра на батуте. И потом опять за уроки. Продолжается наш карантин. Как там у вас дела? Как ваш карантин проходит? У нас вот так вот, как обычно. Только не выходи, Карлинечка, холодно, прохладно сегодня. Вот сейчас они попрыгают. У них вроде как час физкультура. Еще побегать бы. Не только попрыгать. Ты тоже хочешь спортом заниматься? Это математика, первый класс. Ты будешь математикой заниматься? Ну как это делать? Это кто-то делал, это Маргарита делала. Ты тоже хочешь делать? Да. В общем. Ну я нас. Будем ждать девчонок, подождем, когда они зайдут, пока они прыгают. Куда делать? Помпс. Ксюша не может встать. Ладно, пойдемте, будем готовить завтрак, завтракать. Потом тебе покажу, как нужно делать, хорошо? Сейчас покушаем, чаек попьем. Будем. Кстати, у тебя, Карлина, тоже задание. Ничего? Тебе нужно выполнять домашнее задание. Делать нужно. Давай, давай. Всем привет. Вы пьете водичку с лимоном? Угу. И сколько вы попрыгали, час? Нам еще очень. Сейчас уже... А, нет, я тебе телефон. Побегайте еще. Еще поиграть в видеоигры. Угу. Это же не спорт, видеоигры. Ну, Mario Kart. Это Mario Kart. Я хочу Mario Kart. Mario Kart там ничего не. Потом какие уроки у вас? А потом у меня математика и дочь. Математика и немецкий. У тебя тоже математика и немецкий. Окей. По часу? Угу. Что, распечатали? Это я уже вчера распечатала, помнишь? По математике? Да. Знаешь, мы сколько мы там на немецком? Сколько? Ну, немного, ну, где-то 6-5. Успеешь за полчаса? Ну, на завтра ты уже еще. Ну, да, если что-то останется. Тебе математику нужно вот это деление сейчас делать? Да. Угу. Математика очень-очень плохо. А у тебя что по математике? У меня... Примеры? Да, очень-очень-очень. Пошли чай пить, потом будете делать. И ты тоже потом будешь. Карли, не распечатайте, пожалуйста, уроки. Нет, ну больше для нее. Почему нет? Ну давай сами ей распечатаем что-нибудь, чтобы она делала. В интернете что-нибудь. Да, в интернете что-нибудь. Мама, они поломали. Какие-нибудь, чтобы она циферки изучала, там писала сама. Угу, надо новые. Почему он вчера не работал? Надо новые эти штучки делать. А? Новые скрепочки. Вот, вот новую возьми. Да, я знаю, но смотри, что они сделали. Вытащить надо. Да. Возьми ручку. Каждый час. Давайте волосы покрасим сегодня. Не трогай. Да, есть краска. Магрита, вон она уже совсем цвет. Какой-то не такой стал. Ну, еще видно. Ну, видно, но он не такой яркий. У тебя тоже видно, что зеленый не такой. Не как шапка. Хочу как шапка. Как шапка. Такой неоново-зеленый, да? Ну да. Потом еще черный. Что? Поломала карандаш? Каролина с Максом у нас тоже занимаются, пишут циферки. Да? Да. Аккуратненько. Старайся прям по линии вести, хорошо? У тебя тоже получается? Ты карандаш поломал. Сейчас поточу, ничего страшного. Давай, пиши. Молодец. Я написал. 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 Я написал, скажи. Я написал. А Каролина написала. Да, она же девочка. А мальчик написал. Сейчас я тебе поточу карандаш. Дальше пиши. Мама, ты сильно так не дави. Мама, молодец. Ай, свой. Вот. Ай, свой. Три. Фе. Молодец. А на испанском? Один. Нет. Уно. Дос. Три. Куатро. Угу. Пиши давай. Один.
Один, два, три, четыре. Молодец. Я хочу вот так. Опять поломал? Да ну тебя. Еще один карандаш. Камеры? Да. Давай, пиши. А ты какую циферку пишешь? Ты пишешь цифру 5. Вот сначала палочки. Сверху вниз. Вот. Дальше. Здесь уже есть. Дальше, вот здесь вот. Все, закончили, девчонки, уроки делать? Да. Все сделали? Ну, немецкий проверять я не буду, потому что это... Вот. Это можешь папе показать. Математику. Все сделала? Нет, математику не все. А сколько тебе нужно было листов сделать? Все, которые распечатаны? Нет, не получилось. Что это такое? Браво Старс. Я спать получилась на сенсинг. Лицо некрасивое. А это кто? Это Спайк. Я его хочу, это легендарка. Сэнди. Это Сэнди. Она у тебя есть? Нет, это легендарка, я ее хочу. Да? И как ее получить? Надо выиграть? Надо открывать сундуки. Понятно. Какие у тебя фломастеры красивые. Когда ты успела их купить? Ты их купила. Да? Пеликан? Хорошо рисует? Да. Они двухсторонние? Угу. Вот это тоненькое, вот это толстое. Это розовое. Ага. Это они двухцветные? Да. Понятно. Ясненько. Ну давайте, рисуйте, рисуйте. Всем привет! Макс, почему ты такой недовольный? Ой-ой-ой! Мы сейчас будем кушать. Ага. А как ты там маму поставила? Не получается. А вот. О! Нет банки, мы ее съели. Вы знаете, мы ее съели, ее посмотрели. Нету нашей банки, мы ее съели. Мы ее кушать. Вот. А вот она. Спасибо. И еще мы кукурузка. И баньку. И салатик. Спасибо, мама. Ну что, ребят, я решила себе покрасить волосы. Потому что моя краска уже сошла. Вот. Ее совсем не видно. И сейчас мы будем красить мои волосы. Не надо сначала вот эти. У нас мураши завелись, не пойму откуда. Мураши. Они везде уже ползают, не только на полу. По квартире тоже. Надо что-то делать. Так дело не пойдет. Это очень... Вот смотри, еще один. Ужас. Я видела, как ты уроки делала. Поэтому ты не успеваешь ничего. Вечно. Да это дома. Отвлекаешься. В школе тоже так? Нет. Нет? Нет. Точно? Да. Ты в школе, наверное, тоже так сидишь, машешь руками. А потом, мама, я не успела решить. Фиолетовый, нужно будет ждать. Краска сошла. Ну кто ж там так бегает, а? Аж пол трясется. Либо Ксения, либо Макс, либо Ксения. Родители будет сидеть ждать полчаса, где-то минут 40. Ксюш, заходи. Заходи, зеленый кузнечик. В зеленых штанах. Пошли краситься. А ты не зеленые, а ты желтые. Желтые. Я вижу, как зеленые. Так.
Последний. Ой, мало. Все, мадам, зелененький огуречек. Все, вы тоже готовы. Теперь ждите. У тебя сколько уже? Это сидит в ванне. Сколько у тебя уже минут прошло? Минут 20. Да, ну, еще минут 20 посиди. Еще минут 5. Еще минут 20. Я смотрю, вам удобно, да, здесь сидеть? В ванне. Давайте споласкивать волосы. Где Маргоша? Бонь, зови Марго. Зови Маргошу. Где Маргошечка? Где Маргоша наша? А? Ну-ка, быстро ищи. Смотрите, так не видно ничего. Подождите. Потом так, раз, и зелененькая. Все. Все, свободно. Маргарита решила подстричься. Не, ну действительно, у нее уже волосики отросли. Смотрите, как. Она вот так вот у нее была до плеч, теперь вот у нее ниже плеч. Поэтому сейчас мы опять ей вот так вот подровняем. Да? Ты ровно стой. Хлопни. Она режет. Я чувствую. Прикольно. Не надо. Ну все, смотри. Мама, я сейчас. Я их не вижу. Ну я вот эту подровняю, потому что та немножко длиннее, та сторона. Та сторона немножко длиннее получилась. Сейчас подровняю и все. Ну что? Закончили? Да, у тебя такая вот кисточка у тебя. Классно. Мне так нравится, когда волосы такие после стрижки. Такие живые. Ну, они такие прям, знаешь, когда секутся, они как соломка. Сухие. О, да. Как солома. А теперь они такие, знаешь, живые, говорят. Все? Довольна? Да. Очень. Очень. Короче, думаю, не нужно. Посмотрим, если Ксюша. Если Ксюша заметит. Ксюша не знает. Давай пойдем, скажем. Я ее спрошу. Скажи все, Ксюша, смотри, как у меня этот цвет получился. Да. Ксения, цепь молодец, так, это мамин. Вы что, волосы порезали? Я сейчас бываю. Да. Смотри, иди сюда. Сразу заметила? Ну что, ребят, сейчас мы будем ложиться спать. И завтра мы будем снимать видео, как будем переставлять нашу комнату. И Ксюшину тоже. Ты тоже будешь завтра переставлять все? Да. Ну не все. Не все? Чуть-чуть? Да. Я шкаф не переставлю. Что? Я только шкаф не переставлю. Только шкаф не переставишь? Все остальное переставишь? Да. Ну, посмотрим. Наверное, нет. Нет, это не надо трогать здесь. Пускай стоит, потому что там хорошо стоит. Ладно, все. Мы тогда будем спать. Максимально. Всем спокойной ночи. Пока. Пока. Всем пока. Пока-пока. Отдыхать. Пошли, Макс.